Приветствую всех, друзья! Сегодня я начинаю цикл видео, посвященных инопланетным расам из вселенной Звездных войн. Аара. Раса рептилоидов-хамелеонов с планеты Аар. Высокие, мускулистые, отдаленно напоминающие человека, с пятнистой кожей, когтистыми конечностями и тонким кожистым гребнем вдоль спины. Толстые надбровные дуги почти скрывают маленькие светящиеся глаза. Очень сильно развита способность мимикрии. Встречаются на Элезии в качестве охранников. Аар – планета в системе Аар, секторе Ниюнь во внешнем кольце. Галактические координаты N5. Население – рептилиобразная разумная раса аарцы. Во времена войн клонов планета находилась в космическом пространстве, принадлежавшем Конфедерации независимых систем. Позже находилась под влиянием Империи Руки, затем Империи Фела. Раса Аара были прославлены по всей галактике из-за способности их кожи изменять свой цвет. Если у представителя данной расы есть время, он может изменить свой тон кожи, чтобы точно соответствовать фону окружающей поверхности. Аара являются рептилиями, которые часто становятся вялыми при чрезвычайно низких температурах. Однако их уникальная способность избегать обнаружения сделала их высоко ценными в тех областях, где требовалась скрытность. Аара часто использовались как наемные убийцы, охотники за головами, Аара, как и большинство видов рептилий, имели несколько иной образ мышления, чем у других теплокровных рас. Они могли находиться в стороне, в другое время вели себя агрессивно, у них быстро менялось настроение, особенно когда происходили резкие изменения температуры. Многие представители расы были очень высокомерными, поскольку на протяжении многих лет они осознавали свою полезность в галактике и в свою очередь считали себя более ценными, чем они были на самом деле. В дополнение к их высокомерию и быстрой смене настроения, Аара были очень скрытными, возможно из-за своей природы, которая сделала их засадными хищниками. Аара были высокими рептилиями-гуманоидами с чешуей в виде гальки, покрывающей большую часть их тел. С головы до ног по спине тянулся кожный гребень, который сворачивался и слегка изгибался, когда менялось настроение. Аара говорили на своем родном языке аарезе. Много представителей расы Аара были обнаружены вне своего мира за занятиями вроде шпионажа. Многие работали на хатов, другие были ворами и убийцами для многих крупных криминальных ячеек. Если вам понравилось данное видео, поставьте лайк, подпишитесь на канал, вступите в группу канала, ссылка будет в описании, поддержите проект.